Казанский федеральный университет значительно улучшил свои позиции в рейтинге лучших университетов мира БРИКС 2018 года по версии британской компании QS. БРИКС включает в себя группу из 5 стран – Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южноафриканскую республику. В общем зачете среди стран БРИКС Казанский федеральный университет поднялся сразу на 15 пунктов – с 74 на 59 место. Среди российских вузов КФУ сохранил 12-ю строчку рейтинга. Для составления рейтинга была проведена оценка эффективности вузов 5 быстро развивающихся стран. Здесь учитывалась академическая репутация, репутация среди работодателей, индекс цитируемости, доля научных статей на преподавателя и другое. Рост рейтинговой позиции КФУ обусловлен положительной динамикой ряда индикаторов. По индикатору академической репутации КФУ поднялся на 7 позиций и занимает 52 место. По индикатору репутации работодателя на 4 позиции и занимает 97 место. Анна Глазунова, Универньюз.